поехал кормилец. Ух ты! Вытягиваем пальцы. Так, кормильца нашего. Давай отъезжай! Так, всем добрый день. Купили мы трактор Т-40 на канале обзоры. Купили мы трактор Т-40 из-под деда. Короче, приехали куплять трактор у тому некого дедка. И что он нашего рассказывает, что трактор рабочий, что полностью перебирал мотор. Там наши говорит, что он вообще, что мотор чуть не новый. Итак, мы его купляли не заводив, чтобы была зима, открушенный шланг. И он рассказывает, что перебирал мотор у трактора. И что было? Мы забрали его, начали заводить, завелся. Завелся, я бы не сказал, что и тяжко, так легковато. И что настало? Давление было 4, и он пробил минут 4, даже 3, и заклинил мотор. Мы разобрали его, думали, что это такое, думали, коробка, потом сняли поддон, сначала подумали, что это не мотор, мол, коробки, что заклинило, ну, сняли поддон специально поглядеть, может, просто так, а тамака провернула коленвал. Вот такие вот люди рассказывают сначала, что перебирал мотора, что все добро. Я думаю, что он и был заклинивший мотор. Может, он снимал вкладыши новые и подкинул. Просто не мог мотор просто так провернуться. Давление все было. Как-то так. Сейчас мы снимаем головки цилиндров. Головки цилиндров снимем. Будем снимать, наверное, коленвал на росточку. Провернуло у нас, получается, второй, да? Те третий? Второй от переда. Провернула шейку коленвала. Так, сейчас покажу, как оно провернуто. Тихторет кабины. Короче, мы сразу сняли, когда поняли, что это провернутый коленвал. Из-за чего? Просто мы сняли поддон, и я поглядел все. Все на этих шейках, на всех этой шатуны, они в масле. А второй был... Второй шатун был сухий. Оно, бачно, нагрелся, и там масло сгорело на нем. Оно сразу было понятно, без разбора, что все в масле, а один сухий. Было, бачно, нагрелся. Короче, такой трактор из-под деда. Насос у нас тут стоит с МТЗ. Как я в тих видео говорил. Короче, наверное, не будет бачно. Вот им разберу, я покажу, який там коленвал, как его провернуло. Вкладыши так добро порезала. Мне кажется, что там такое. Он был провернутый с самого начала. И такой вот человек просто, может, подкинул вкладыши просто и думал, что будет робить. И оно сразу провернуло его. Ему писал, звонил там, что это такое, ты же говоришь, перебирал мотор, а он что сказал, что... Обратно говорю, что мотор перебирал. Но оно не могло ж за 3 минуты работы трактора провернуть коленвал. Вот не могло, оно... Не ну... так перебрал. Ты плохо перебрал, кто его знает. Ну, я думаю, за 3 минуты оно не могло никак провернуть коленвал. Если даже там давление забитое. Дырочка на коленвал. Сейчас снимем, поглядим, может, что... Может, и перебирал, и забитый коленвал не почистил. Просто тут вот такая... Я сняли поддон, Леша снял поддон, а там полностью песок, грязь. Я думаю, может, и... Не знаю. Но оно бачно, что снимался мотор, разбирался. Ну, я не знаю, что и сказать. Может, что... Если он не почистил поддон, не была грязь. Может, и в коленвале там... Коленвал, он, говорит, менял, ставил... Новый у кого-то куплял. Может, он был забит таким песком. И он не почистил. Мы завели на всех. Все смазывались, один был забит, и получается, там идет коленвалу давление и
провернула. Ну, я думаю, не могло бы. Я, по правде, подумаю, 3 минуты. Вот напишите в комментариях. Может, за 3 минуты работы... Непонятно, что это. Мам, но. В мазуте, в песке. Но. Такое все грязное. Песок но. С мазутой мешанными. Но я не понимаю, как так можно было сбирать. А потом эти вот старые трактористы, где... Сибирах хвалюсь, как будто мы... Не... Но у комментариях такие вот самые люди. Там Вячеслав Адасюк, я там... Но. Выдергивается на меня. Но. Что он там? Как будто бы он там тракторист порабил 40 годов еще и учить. Вот такие вот, такая вот, вот работа таких вот профессионалов, где сами себе расхваливают, а разбирались моторы, все в песке так вот, абы сложить. Ну, мы разберем, это не первый раз разбираем моторы. Может, сделаем, Иисус поможет, сделаем быстро. Расточим эти коленвалы и заменим вкладыши. И сберем быстро. Какие-то вот такие трактор Т-40. Чтобы же коленвал был расточен, но. Ремонт подходил. Чтобы же ремонт, ну, я думаю, оказывается, должен подойти. Ремонтный еще был. Но. Просто могут быть уже не ремонтные, но проворачивало уже там. Ну, он не сильно проворачивал. Оно укладыши только потерло, да? Да. И трохи напаяло укладыши на коленвал, а так коленвал, может быть, трохи еще живы, да? Такий трактор Т-40. Но. Это такие вот, а потом такие вот люди в комментариях пишут, расхваливаются, что они профессиональные трактористы. Что их учат. Вот такие вот такой трактор. Но башня сильно недоглеженный. Я не знаю. Как так это можно было? Ну и можно, что. Просто вот что. Трактор то и не новый. Стоял. Ну и он говорит, что мотор перебирал. Так вот обманул осенью. Так, что тут у нас? Это ручный газ, то гидравлика, тракторчик. Ну что, видео будут новые. Русский автопром. Но. Как Нива сыплется. Но. Как Нива, как Жигули, как КамАЗ, все одинаково. Но. В русском автопроме. Но оно сильно отсыплется, я не знаю, за чего так вот все. Напоминаю, мотору D15, мабуть, забыл, перебрал. Но. Поездил там неделю спокойно, потом обратно. А запчасти на этой русской автопром, то есть просто я не знаю, на МТЗ в раза 4 дешевле, чем на этой Т-40. Поглядишь. Да. И цены. Это так. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, комментируйте видео. Всем пока.